Все, что нам надо, это продержаться. 3 дня и 3 ночи. Остров выжившего. Уже в игре. И новый режим выживания. Погнали? Че это было? Я в восторге. Я выжил 7 минут. Друзья, всем огромный привет. С вами Харди, и мы продолжаем. И это Undawn. Где я нахожусь? Это клановый город. Уже чуть-чуть прогрейдили, мусор убрали, там-сям. Но еще, да, еще много предстоит, значит, говна вынести отсюда. Но не об этом речь. Режим выживания. Сезон 1 уже прет вовсю. У нас две фишки в этом режиме. Остров выжившего и дружеская тренировка. Зарабатываем, соответственно, всякую ерунду. Но самое главное, вот эти медали выжившего. В магазине можно менять. Люстра уникальная, парам-пам-пам, комплект на крыльях времени на 30 дней, серебришка, но самое главное это усиление нашего персонажа. Для апгрейда, заточки оружия, шлифовки и куча-куча всякой ерунды. В общем, выживание тут ты фигачишь соло, а тут, соответственно, тебе надо быть с напарником. Остров выживания, если ты все-таки проживешь 3 дня и 3 ночи, блин, тебе откроется закрытая зона, да? Плюс... получишь уникальный титул «Выживший Зари». Насколько сложно выживать? Просто обосраться. Вчера было 90% сложность, а сегодня уже 80%. Чем дальше, тем слабее. Поехали. Это очень круто. Настолько, что прям вообще. Здесь тебе рассказывают, да? Радиационный остров. Повсюду зомби, радиация. Продержитесь до спасения, чтобы выжить. Ищи припасы, инструменты, лекарства, оружие. Радиоактивные частицы повышают ваш уровень радиации. Нужны антирадинки постоянно, иначе помрешь. Ночью невозможно на улице тусоваться, потому что радиация вообще съедает. Ну и ну и. Доживи 3 дня, и за тобой прилетит вертолет. И ёп, насколько это круто, вообще я в шоке. Вот я уже, кстати, времени очень много потратил, то, что я читал это все говно. Здесь надо торопиться, на максимум. Да, мы начинаем вот так вот, да? Без всего полностью. Посмотри вот сюда. Заражение 7%. Заражение уже 8%. В общем, оно капает постоянно. Вертолетик, первый день. Времени до заката. Короче, когда закат, все, приплыли, да? Ты не можешь быть на улице, ты понял? Слушай, это капец вообще. Я от этого режима просто в дичайшем восторге. Очень круто. Сколько у меня пока получилось выжить? До 3-го дня у меня не получается выжить. Блин. Приходят такие засранцы, что мрак. А что наваливает вот эта Кэтрин? Она, короче, наваливает всякую ерунду, да? Вот то, что я тебе сейчас говорю, вот это она и наваливает. Так, создаем стрелы. Сколько надо стрел? Очень много, очень. Есть ли резон? О, what the fuck? Нам каждый раз, когда ты какой-то объект важный находишь, да? Тебе вот такую шнягу, короче, показывают. В общем, мы начинаем, понял, да? Голышом, ёл-палы. Никакого твоего супер-персонажа. И в этом вообще просто особый кайф, конечно. Заражение уже 44. Грязь, 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 грязь. Я заранее набираю, ты понял, чё? Мы как-то, я вообще тормознуто стартанул, реально. Так, здесь мы первую ночь с тобой переживем. Используй с умом, бла-бла-бла. Там говноед. Говноед! Насколько большой остров? Большой. Посмотри.
Он большой, ёл-палы. Блин, он реально большой и. С каждой ночью приходят все новые и новые вурдалаки. Такие, что просто мрак. Зомби на подходе. Что, я не понял? А, ну, до ночи осталось 50 секунд, да? Тридцать секунд, все, надо домой возвращаться. Вон он тусуется, медведь. Давай его тащим к себе. Медведь, давай! Быстрее, 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 быстрее! Ночью радиация прибавляется не по единичке, а там по 6, типа того. Слушай, ну, самое начало несложно. Почему? Ну, это самое начало, первый день, да? Вот так просто выщелкивай их и готово. Жара дальше начинается. Обрати внимание, вот, радиация, видишь, по единичке идет. И чё? Ну и вот. Если я выйду на улицу, это будет 5-6 где-то. Радиации за тик. На острове полно деревьев. Т-т-т-т-т-т-т. Да, вот он, главнюк. Слушай, ну здесь в здании оставаться с ним нельзя. Естественно. Рассвет! Воу! Засранец! Оп-оп-оп-оп! Здесь, короче, даже олени тебя пытаются наказать. Здесь все радиоактивные. Убивать надо, потому что с них шкурка возможна, да? Если у нас заканчиваются стрелы, ну ты понял, да, приплыли сразу же. Чик! Я вижу провода, ёб! Провода ведут куда? Правильно, в Вигород. Блин. Мы следим за погодными условиями. Ну, типа это, вертолет Заманилова, да? Мужчина, держись, вертолет близок. О, абракадабра. Ходу, минута. Отлично, первая ночь позади. Чё отличного? Слушай, я спускался вот сюда. Смотри, лаз. Чё там? Капец, чё там, короче. Здесь радиация капает, имей в виду. Я тебя предупредил. Но тут какой-то дядя моднявый, мертвый человек. Быстрее, блин! Быстрее, ёб! О, бегу! Твою! Я бы тебя убил, мужчина! Я бы тебя убил, но ночь! Быстрей! 11 секунд! Любое здание, любое абсолютно! Я не был в этом городе ни разу. Приплыли, ёб. Давай куда-нибудь входи. Отлично. Мне нечем радиацию снять. Вот. То есть каждую секунду ХП уходят, понял, да? А-а-а! Какая ее боль! Давай я тебе покажу момент, когда я захожу, значит, в город, да? У меня есть четкий план. Так, слушай, я старался на максимум. Можно было еще раньше прийти в город. Но как пришел? Ну вот, здесь мы были, да?
Да это же вообще дикость какая. Никакого оружия я ничего не выбил. Опа, патрики. Ну, точнее, для патриков, да? Ингредиенты. У нас времени минута. Йо, чё так мало, а? Класс. Блин. Слушай, а еще, когда у тебя оранжевый... Вот смотри, видишь, оранжевая радиация, 71, да? Все, уже надо жрать антирадин. Я не могу, короче, в этом же здании. Оно отвратительное. Мы в нем не выживем. О, это другое, да? Ну, то есть такое же сквозное насквозь. Ну, как бы другое. Все, приплыли, ёб. Я ищу другое здание, это невозможно. В этом говне выжить. Вот какое-то. Так. Чё за дела? Чё это такое, ёб? Оружие нашел. Бегу! Какая боль! Где вы? Вот этот вот быстрый, это вообще дикость. Они не прыгают со второго этажа. Понял, чё? Воу! Воу-воу-воу! Бегу-бегу-бегу! Блин, ещё бомжи. А в конце босс, да? Давай ты ходу, ходу, ходу. Да ты чё, угораешь? Стронге зомби идет. А это что, изи, что ли? Все, привет. Твою, уходите, уходите со второго этажа. Побежали, почему? Он сейчас как зайдет. Это ж капец. Я не знаю, кто там. Так. Фу, быстро, быстро, быстро. Пока он меня не нашел. Класс! Чё, я прожил до следующего дня, ёб. До финального, до третьего. Лутаем этот дом. Что-то говорит мне, да, она про остров, куда-то идти надо. Да, мы могли на третий этаж еще убегать. И там на первом, да, что-то было, мне кажется, это огнестрел, короче. Вообще шикарный дом. Вот ничего не скажешь. Не дают время подумать, ёб.
Где этот Стронги, а? Вон он! Демон бензопила! Ха-ха, грязь! Так, стоять! Смотри, патрики, да? Создаем вот это. Если это оружие, мы сейчас этого демона просто в хлам. И я не понял, куда мне двигаться. Что-то мне сказали куда-то двигаться, да, где будет вертолет ждать. Я на первый этаж спускаюсь и понимаю, он сейчас увидит меня. Да ты чё, ёп? Чё это такое, а? О! Ё-моё, военный ящик! Это чё такое? Это спуск в подвал! А, так, давай не будем нафиг трогать этого супер-зомби. Вот так красиво мы делаем оружие. И патрики. Чё, серьезно что ли? Мне надо дерево и камень. Ёб, дерево и камень надо. Какая боль. Вообще не понимаю, куда спускаюсь. Так, тебя-то я вижу, друг. Это тот самый проход, короче. Вылазим нафиг. Быстрей, друг, быстрей. Минута времени, ё-моё. Чё, в этом же здании выживать? Да ты чё, угораешь что ли? Он не был на меня заагрен, я вышел и заагрил его. 44 секунды. Давай попробуем найти другое, что... Что-нибудь. Давай. Бежим нафиг от него. Он не разагрится. Все, 20 секунд. Дом нужен, срочно. Куда? Там, где мы оборонялись. Это оно? Нет, это не оно, ёб. Приплыли. Привет, друг! Я бегу, бегу, ёп! Да ты чё, ёп? Мужик! Мужик, иди в жопу! Мне не дают ни антирадин съесть, ни... О, блин! Говноеды! Давай! Срочно в дом! О, это что такое? Это привет, ёб. Давай. Я запутался, где этот дом. Вот он, блин. У меня ни одного бинта не осталось. Воу! Двигаюсь, двигаюсь! Что такое? Ты видел? Ямакаси, ёп! Ямакаси! Ха-ха-ха, грязь!
О, блин! Ребята, вы чё, ёб? Какая боль! Это капец, какая грязь! Надо найти этот дом. Надо, короче, запомнить этот дом. В нем есть огнестрел. Держим оборону в этом доме реально спокойно просто. Друзья, с вами был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот ролик. Если ты еще не с нами, качай. Ссылочка на игрушку в описании. Эта игра просто восторг. Понравился ролик, конечно же, оцени лайком. Еще не подписался на канал, подписывайся на Ютубе, на Рутубе, Яндекс.Зен и ВК. Смотри там, где тебе удобно. Приходи на стримы, которые проходят каждый день на площадках Twitch, Trovo и YouTube. Удачи тебе, пока-пока.